Всем деревенский салам из нашего колхоза. Ах, какая прекрасная сегодня погода, ребятки. Просто замечательная. Вот у нас кукурузка подрастает. Здесь уже кочаны вон появляются молодые. Картофанчик. Картофанчик уже отцвел. А здесь помидорчики у нас растут, друзья мои. Помидорчики. Помидорчики. Кабачки можно уже жарить. Появились. А помидорчики тоже желтеют. Желтеют и краснеют. Ах, какие здесь прекрасные ароматы. Надо будет взять пару помидорчик до дома, да, нести покушать со сметанкой, со свежим хлебушком. Деревенскую сметанку, я помидорчики люблю с детства кушать. Здесь у нас еще горох есть, не закончился. Я уже думал, все сточили дети. Нет, гороха много еще. Если поискать, полным-полно. Горох вкусный, сладкий. Очень вкусный горох. Забыл уже, как этот сорт называется. Он вырастает очень высоко. По 2 метра ростом. Очень вкусный. Хорошо в деревне. Хорошо, ребята, в деревне. Видите, вот можно горошка набрать, помидорчиков собрать. Здесь морковочка у нас растет свежая, лучок. Все свое, как говорится. Все свое родное. Поэтому, друзья мои, всем желаю хорошего настроения. Воскресного. Вот. И хочу всем пожелать, всем, кто смотрит меня, будьте добрее, пожалуйста, друг к другу. А то очень много злых языков, какое-нибудь видео выложишь, начинаешь там делом займись, что-то там в своем в огороде там копаешься, мужским делом займешь, что-то там шашлыки жаришь. Ребят, я своим делом хорошо занимаюсь, у меня есть своя работа, хорошая мужская работа. Я свою работу не выкладываю просто, чем я занимаюсь конкретно, что мне деньги приносят.